Что касается наших с вами отношений, ну, вы, наверное, очень хорошо знаете и осведомлены в том, что это не единственный сигнал, который мы посылаем руководству Соединенных Штатов Америки о нормализации отношений. Это ненормально, что в современном мире два государства, которых когда-то воевали на одной стороне против врага, сегодня имеют такие, скажем так, слабые отношения. Мы, конечно, будем делать все для того, чтобы наши отношения развивались.